Привет, друзья, с вами снова Кирилл Куницкий, и в этом бизнес-инсайте я хочу донести до вас одну очень важную идею, которой должен руководствоваться каждый собственник бизнеса и, в принципе, каждый руководитель. Крайне важно слышать свою команду. Проблема, с которой сталкиваются многие собственники бизнеса по причине просто своих неверных действий, это эффект голого короля, когда сотрудники уже даже не пытаются донести какую-то проблему или свой взгляд на текущую ситуацию в компании до руководителя. Они много обсуждают за спиной руководителя. Если прийти в отсутствие руководителя на кухню или на курилку, можно услышать очень много точек зрения по поводу того, насколько плохо обстоят дела в компании. Но при этом люди не доносят этой информации до собственника, до руководителя. И причина этого просто в том, что владелец не приучил свою команду к тому, что он их слышит. Более того, часто собственник проявляет чрезмерную авторитарность, либо же всегда на все имеет свою точку зрения, и в ответ на любую идею, которую подает сотрудник или любую обратную связь, он говорит: «Я лучше всех все знаю, что вы мне рассказываете», и просто не слышит этой информации. В результате компания замедляется в развитии, потому что нету единой связки, нету единой команды между собственником бизнеса и его сотрудниками. И, кстати, очень сильно можно характеризовать стиль управления любого собственника бизнеса по тому, что говорят его сотрудники за его спиной в его отсутствие. Очень желательно, чтобы вы не только слышали вашу команду, чтобы вы хотели слышать вашу команду, чтобы вы сами спрашивали обратную связь. Это очень важная черта собственника бизнеса. Для этого очень важно не злоупотреблять властью, очень важно не развивать среди команды, среди сотрудников некий страх перед собственником, не допускать ситуации, когда сотрудники боятся открыто говорить с владельцем. Вот это очень важный принцип, которого должен придерживаться каждый эффективный собственник бизнеса. Это один из принципов, которые нужны руководителю. В качестве такого дополнительного бонуса к этому бизнес-инсайту абсолютно бесплатно я предлагаю вам скачать документ, который называется «Принципы эффективного руководителя». Это набор таких принципов, которые нужны не только собственнику, но и каждому руководителю в компании. Своего рода конституция поведения руководителя. Вы можете скачать его абсолютно бесплатно по ссылке, которую вы найдете рядом с данным видео. С вами был Кирилл Куницкий. Слышите вашу команду, и мы увидимся с вами в будущих бизнес-инсайдах. Пока!